Красота на улице. 30 марта 2018 года. Утро вечера мудренее. За Вячеслав Кавали. Утром все-таки я решил, что выбрал правильную тактику. Сейчас я такой еще по типу характера, что очень люблю перфекционизмом, что ли, заниматься. Хотя раньше в себе такого не замечал, именно то, что я идеалист какой-то сильный. Но могу очень сильно зарыться в процессы и забыть о других, забыть о себе, просто ковыряться в этих процессах. А осталось 12 дней, у нас уже до смены дисконта. И если не информировать об этом людей, то просто, акции все равно будут в пакете на 25% меньше уже 12 апреля. И нужно сообщить как можно большему количеству людей, с которыми я уже пообщался, что имеет смысл это сделать еще. Успеть зайти на рассрочку для того, чтобы пока даже по минимальному варианту там с инвестиций $50 в месяц сделать за год. Сколько мы там считали? Больше 2 миллиона рублей. А если сделать все это правильно, так как я предлагал немного раньше еще на схеме, то где-то 2,5 миллиона рублей получается из $500. И сейчас приду, просто обзвоню, скорее всего назначу 10 встреч, да, назначу 10 встреч, сделаю 10 дозвонов, назначу 10 встреч. И остальное время буду заниматься уже тем, чтобы сделать видео с тем, что можно передать другим. Потому что опять я утром просыпаюсь и уже чувствую себя какой-то как прям собака женского рода, которая все знает, а другим передать не может. То есть взял ассистента, но особо я его загрузить не могу так, чтобы он взял и чем-то сам занимался, чтобы я мог его не контролировать, просто спросить метрики. Потому что отрасль у нас, на, хоть сказать, и очень консервативная, которая 200 лет не менялась, но именно сам Skyway, в нем очень много нового, много просументарного, то есть то, чего нету на обычных рынках, то, чего нету в линейном бизнесе, то, чего нету в сетевом бизнесе. Здесь есть вещи, которые сильнее, глубже, серьезнее, выгоднее, надежнее. Вот, и пока буду вот так вот. Сегодня извещу максимальное количество людей. Ну, за 2 часа, наверное, сколько успею. Звоню, чтобы завтра в субботу успеть с кем-то встретиться. И у нас останется там уже 11-10 дней. То есть осталось где-то 1,5 недели до смены этапа. Возможно, кто-то успеет разобраться. И буду накидывать по пути базу знаний, то есть видосы. Например, позавчера ко мне запросился человек, и он занимается скидками. И потом я уже, когда к вечером дома подходил, я думаю, человек любит скидки, и он может сэкономить там какую-то часть от своих покупок, да? Допустим, семейный бюджет на семью там из 4 человек составит там 100 тысяч рублей. Это такой хороший нормальный расчет, по-моему, чтобы на 4 100 тысяч рублей расходов в месяц. И человек занимается экономией, как сэкономить, вот любит скидки, у меня знакомый, там у него несколько сотен карточек, и он с собой говорит, что таскает их по всему миру, кто-то даже из вас его знает, да, нашего общего знакомого. И можно с одной стороны таскать с собой сотни карточек со скидкой по всему миру, а с другой стороны можно действительно сэкономить 100 лет своей жизни, да, и в сотни раз приумножить то, что нельзя будет приумножить уже в
100 раз после 11 апреля, да? А можно будет приумножить только в 70 раз уже, а не в 100 раз. И можно просто взять и несколькими действиями, 10 действиями в течение оставшегося части года выиграть столько в денежном выражении, заработать за счет капитализации, сколько вообще, наверное, ну, они сэкономят за всю свою жизнь. Даже нет, больше, потому что еще в 1000 раз у нас будет рост акций. То есть можно за год небольшими какими-то суммами человек может выиграть всю жизнь, обеспечить все свои поколения. А может быть, он просто потратит свое время, чтобы вовлекать людей в то, чтобы они все занимались экономией семейного бюджета на скидках, да, таскали с собой карточки, еще чего-то, вот эти вот. А можно сделать очевидное, разумное, грамотное решение, которое позволит ему выиграть всю жизнь. И которое позволит всем его поколениям выиграть всю жизнь. Все его будущему потомству. То есть это лучше, чем инвестиция в себя. Это инвестиция, которая лучше, чем инвестиция в себя. Это инвестиция в своих детей, в свое будущее. Потому что именно там мы собираемся жить всю свою жизнь. Сегодня, завтра, в ближайшем, настоящем, да, и нашем будущем. В этом имеет смысл позаботиться прямо сегодня. Поэтому я сделаю такие вот сравнения по сравнению со скидками, по сравнению с всем, чтобы заинвестировать деньги в аэротрубу. Сделаю сравнение с тем, чтобы заняться, например, сетевым направлением, традиционным, баночным, еще чем-то, страхованием. Такие вот вещи, которые потом, естественно, эти вопросы будут повторяться, и люди будут приходить из этих отраслей. Нужно будет им показывать, в чем альтернатива. Я не люблю компромисс, потому что компромисс, там всегда кто-то проигрывает, кто-то кому-то уступает. А есть альтернатива, то есть есть решение, оно хоть и называется идеальным, но действительно оно идеально, без преувеличения, потому что оно не мешает другому и имеет себе максимальное количество плюсов при закрытии всех недостатков, при закрытии многих недостатков, но имеет это решение максимальное количество выгод, которые возможны сейчас. Далее увидимся в офисе.